Всем привет! 509-я серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 25 января. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через несколько дней. Если вы хотите, чтобы плохие персонажи сериала были наказаны, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Яман и Нана много времени проводят вместе, а тетя Акча наблюдает за ними и будто проверяет их чувства на прочность. Акча хочет понять, подходят ли они друг другу или нет. Хотя Нана пока не нравится тете, очень скоро она сумеет расположить ее к себе и завоевать ее доверие. И тогда Акча будет не против того, чтобы Нана стала ее невесткой. Зрители ждут, когда же Яман признается Нане в своих чувствах, но он пока медлит. Идрис и Недим планируют совершить преступление, используя корабли компании Ямана. Когда правда выйдет наружу, Идрис предаст Недима, чтобы спастись от тюрьмы, и сбросить всю вину на Ямана и Недима. А затем он попытается разобраться с Наной и ее наследством. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.